Алло. Салам алейкум. Писюной полбу не дало? Нет. Кто такой Сильвер? Что это такое за голосование? А кто создал голосование? Ты что, по жопе хочешь, Тут второе подходит под описание кота. Они что-то написали бот. Это должен быть код плей. Вон тут еще Сильвер. Вот так вот. Вот так ты, значит, да, меня обзываешь? Да не-не-не, это шутка была. Шутка-минутка. Братская. Я тебе башка сломаю. Ну все, тебе попа. А ну-ка, я сейчас буду только с диглом катать. Как тебе такое? Катай с диглом. А есть дигл, который 300% дамага наносит? Вижу, что еще админ такое создает голосование. Типа, админку потеряешь. Ты кого там ботом обзываешь? Слышишь, оскорбление? Хочешь получить вася наказание? А что, тебя обозвали бота? Нет, человека он оскорбляет. Типа, голосование создал. Топ или бот, типа, ну, бот же это как оскорбление, правильно? Ну. Ботом игрока называть, вот. Сенатор? Сенатор по жопе получит. Я просто не успел увидеть то голосование, создал. Блин, как же они бокс простреливают, там боксу много. Значит, я смотрю. Сенатор, тебе предупреждение, понял, вонючка? Смотрите, котплей разбирается со своими подопечными. Самое главное, сам обозвал его. Ну. Голосование создавай по делу, а не вот это вот ерундой. О! Вынес. Ты вынес кого-то? Конечно. Ты только дигл челлендж? Ну да, это дигл челлендж. А какой дигл? Любой дигл? Любой, какой в руки попал. Смотри, как ботяра вожу по стенам. О! Ты без этого ботяра можешь не водить. Смотри, представим, что это котплейс выходить будет. Смотрите, вот. Где вот ты лазишь, крыса? Я уже круг обошел. А, это ты бежишь там, реально? Сейчас тебе будет до свидания. Скриньте. Сейчас котофея вынесу. Давай. Че, мусор мой вынесешь, домохозяйка. Ах ты, блин! Кот. Ты что, ко мне в катку пришел? Да. Слушай, а будешь бустером? Да смотри, что за флеш вторая? Нет, ребята, такой бустер мне не нужен. Я главное спрятался, выхожу, а там вторая флешка. Такой бустер мне не нужен, повторю. Натор, тебя что-то не устраивает, я не понял. Тебе что-то предъявить хочешь или что? Такс. Сейчас. Оп. Гомони таланты свои. О! Вот тебе и дугл-мугл челлендж. Блин! Ну ты нарвался, сенатор. Ты сенатора наказал, да? Да, наказал сейчас это. Вот он, вот он, эмочка. Ну-ка, взял. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот игрок наказан. Он прыгает такой, опа! Что-то пишет мне, понял? Сейчас не могу его найти. Да, он стоит, стоит, стоит. Игрок наказан, да? Смотри, стоит. Кот, у него два аккаунта с админкой есть. Да все, он сдох, как лох. Скажи мне интересно. Блин. Че, не могу найти этого сенатора. Во-во-во-во. Бежит играть, типа, думает, сейчас он всех вынесет. Думает, ну как ты знаешь, что он думает, как что-то. Все. Ну это тупо, слив. Нет, типа нет. То есть перезаход не помог ему, да? До сих пор наказан, да. То есть. За тиров зашел чувак теперь. За что кик? Ты его кикал? Я никто не кикал. Нет, не кикал его. Не... Это его вот это вот наказание кикает, понял? А-а-а. Это типа наказание для борьбы с читерами, короче, понял? И кикает, и мует, хренью создать. Там и кикает, и блокирует, да. Короче, нам чате. Слушай, круто, придумал. Вот акусик взял, думаю, сейчас размотает всех, прикинь, с акусиком. Никто тебя не кикал, ты сам вышел. Ля-ля-ля-ля-ля, простреливает, думает, прострелы до чего туда идут у него. Вот сейчас, да. Админ, ты ж не быканул на меня, ты шо, я тебя накажу сейчас. Смотри, смотри. Это челики, конечно, иногда есть такие, типа, базарят, то есть. Ты чё, типа, там нарушаешь, типа, там, карту раньше сменил туда-сюда, там. Блин, стоит, вот. Пишет какое-то говно. Слушай, играй, а не пиши, стоит он там в тёмке. Ля-ля-ля, да не пались, почему ты так палишься? Чё ты палишься прям, так хочешь, чтобы он пошёл и, типа, не стрелял, да, чисто? Ну, а то стоит, с письменами занимается. Пись-пись стоит. Занимается. Смотри, смотри, самое интересное, что он идет. Во-во, сейчас нарвется.
Просто как бомжа слили. Не, типа, снимать я ничего с него не буду. Я, типа, он вроде бы не сильно быканул. Но вот наказать немножечко надо, пацаны, ну... надо. Смотри, смотри, смотри. Блин, сейчас опять сольют как лоха. Смотри, спиной ходит к врагу. Я хренею. Спиной. Давай, давай, давай. У тебя есть шанс кого-нибудь ранить. Его на хпшку продамажили. Челик на премке убить никого не может. А вы говорите, премка решает. Заканчивать, типа, ролик. Ша. Боже, как же плохо на этой мышке играть. Прям сенса какая-то. Да что такое, а? Что-то там у тебя не катит. Все, надо заканчивать реально, потому что я по 7 хп дамажу. Сейчас я... Я тоже так же, чуть больше, 144. Ого, совсем чуть больше. Так, а что? Да не, просто мышка беспроводная, типа, какая-то резкая. Блин, слишком она резкая, блин. Все, все выиграли. Ладно, все, всем пока. Спасибо за просмотр. Всем пока, да.